Всем привет! Привет! Вы на канале «Сад Света Светланы». Мы живем в Украине, в городе Харькове. И сейчас мы на нашей зимней, заснеженной, красивой предновогодней даче. Прекрасная весна. Начало. Начало всех начал. Все оживает. И за весной приходит лето. Буйство зелени и красок. Постоянная смена декораций. Сменяет ее прекрасная золотая осень. Сад начинает по-настоящему раскрываться. Осенью сад показывает себя в своей истинной красоте, без мишуры и блеска фаворитов лета. Осень – апогей. И вот наступила зима. Природа красиво засыпает, готовится к будущему, к новому. И мы приближаемся к Новому году. Каким был этот 2021 год для нас? Многие подводят итоги уходящего года. И мы, конечно же, не исключение. Год был счастливым, потому что все родные, близкие, дорогие нам люди были всегда рядом. Успехи, разочарования, восторг, грусть, сложности – все это было. Важно, чтобы всегда был правильный баланс, чтобы хороших и приятных моментов было гораздо больше. Счастье в наших с вами руках, вот здесь. Важно это помнить всегда, даже в самые сложные моменты нашей жизни. Уже около 2 лет мы ведем наш канал «Сад Света Светланы». И уже около 2 лет вы живете вместе с нами в нашем саду. Спасибо вам всем большое за то, что с нами. Ваши комментарии, ваши теплые слова, ваши советы нас окрыляют и мотивируют нас создавать для вас новые, красивые, познавательные ролики. Даже сквозь экран компьютера, телефона или телевизора, где вы смотрите наши видео, мы чувствуем обратную связь. Я даже вам больше хочу сказать, когда читаем мы комментарии, я порой чувствую интонацию, с которой вы пишете и задаете свои вопросы. Друзья, пишите, смотрите, задавайте вопросы. Это помогает продвижению нашего канала в YouTube. Это помогает развиваться нам и нашему каналу. Нам очень хочется, чтобы как можно больше людей воспользовались нашим опытом, чтобы не совершали наших ошибок в построении и в создании своего самого красивого, самого родного, самого райского сада. Украина, Россия, Беларусь, Молдова, Узбекистан, Казахстан, Германия, Мальта, Америка, Мексика, Литва, Латвия. Вадик, я всех назвала? Ну, может, кого-то и забыла. Друзья, если я случайным образом кого-то забыла, напомните нам в комментариях. Вы все такие добрые. Всех вас благодарим. Помним ваши первые пожелания, ваши первые комментарии, ваши первые стихи на канале. Мария, Вера, Ленура, Наталья, Людмила, Любовь, Ирина, Виктория, Вячеслав М., Иван Иванович, ну и, конечно же, тот самый. Ой, друзья, чуть не забыла, огромное количество подписчиц и те, кто пишет комментарии моих тезок, Светлан. Всем вам большое-большое спасибо. Я, конечно, не могу перечислить все имена, но все ваши комментарии всегда читаем
И всех вас, естественно, уже любим как родных и близких. Желаем вам, чтобы ваши мечты всегда сбывались. Мечтайте. Мечтайте каждую минуту своей жизни. Будьте здоровыми вы, ваши родные и ваши близкие. Будьте счастливыми. Улыбайтесь. Вы уже улыбнулись? Друзья, пожелайте нам и нашему каналу процветания. Да-да, мы хотим 1 000 000 подписчиков. Мы стараемся, от души стараемся. Я показываю вам, как ухаживаю за садом, как ухаживаю за растениями, делюсь своим опытом, своими рекомендациями. Вадик делится своим опытом по созданию различных деревянных изделий в нашем саду, для того, чтобы и сад становился красивее и, конечно же, удобнее, для того, чтобы мы могли после долгих лет труда наслаждаться своими успехами в саду, тем, что мы украсили его, украсили место, в котором находимся мы и наша семья. А еще Вадик старается сделать красивыми кадры во время съемок в нашем саду. Знаем, что все мы любим смотреть на красивое, чтобы и глазу было приятно, тогда и на душе становится приятно. Все это мы делаем с большой любовью для вас. Света, скажи про птичек. Про птичек? Друзья, кто часто смотрит наши видео и слышит пение птиц из нашего леса соснового, я скажу, что летом, нет, это было начало весны, это, наверное, был май месяц, мы просыпались в 3 часа ночи, ставили телефон и записывали пение птиц нашего сада. Ну, конечно же, с течением времени, когда ведешь канал, хочется, чтобы зрителям нашего канала, нашим подписчикам было интересно. И пение птиц, уверена, приносит вам настоящее истинное наслаждение. Друзья, как всегда, в конце видео мы желаем вам вдохновения. Живите долго. Пусть все ваши новогодние и зимние праздники пройдут в радости, веселье, чтобы вы каждую минуту чувствовали себя счастливыми. А мы от всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом! С Новым годом! Ура! С Новым годом! Всем пока-пока! Пока-пока!